Гвардейский ракетный крейсер «Москва» – один из двух кораблей первого ранга в составе Черноморского флота. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, противовоздушной обороны удаленных соединений и огневой поддержки десанта. Длина крейсера 186,5 метров, ширина почти 21 метр. Максимальная скорость 32 узла, экипаж судна 510 человек. Как сообщает портал РИА Новости, одной из причин его появления в Сочи является заход американского ракетного крейсера «Велла Галф» в акваторию Черного моря.